Доброе утро! На дворе зима, поэтому для вас я подготовил 5 лайфхаков, которые 100% упростят вашу жизнь. С вами Павел Максимов. Поехали! В интернете есть довольно много хитростей, которые якобы должны упростить вашу жизнь. Однако не все из них полезны и не все из них работают. Поэтому сегодня я подготовил для вас именно то, что я проверял на своем личном опыте. Давайте начнем с первого. Чтобы за ночь стекла вашего автомобиля не обледенели, прежде чем ставить его на длительную парковку на ночь, откройте у него все двери. Дайте теплому воздуху покинуть салон вашего автомобиля. Таким образом, вы сможете хоть на какой-то процент обезопасить себя от неприятного льда на стеклах. Чтобы двигатель вашего автомобиля быстрее прогрелся, не спешите ставить обдув на максимум. Поставьте его на первую скорость и дайте поработать автомобилю какое-то время. Затем включите обдув, и вы увидите, как быстро потеют ваши стекла. Кстати, не оставляйте без внимания наросты снежной грязи на подкрылках и арках вашего автомобиля. Во-первых, таким образом вы защитите свой автомобиль от коррозии, а во-вторых, когда они сильно обледенеют, сбить их будет довольно-таки проблематично. Легенда о том, что зимой нельзя ставить автомобиль на стояночный тормоз, не совсем правдива. Дело в том, что для того, чтобы колодки ручника не примерзли к вашему диску, для начала дайте автомобилю слегка остыть после длительной поездки, а только потом затягивайте ручник. Тогда никаких проблем у вас не возникнет. Ну и самое главное, зимой мойте автомобиль как можно чаще. Соли и реагенты, которыми посыпают наши дороги, конечно, спасают нас от льда, но добавляют проблем с коррозией кузова вашего автомобиля. Но помните, что мойку нужно делать только с сушкой, чтобы дверные проемы не позамерзли. Замерзали. Вот такие простые хитрости, которые действительно смогут как-то вам помочь в жизни. С вами был Павел Максимов. Катайтесь в удовольствие. Еще увидимся.